В Бостандыкском сельском округе Таласского района с обретением независимости дороги ни разу не асфальтировали. Местные власти утверждают, что в следующем году этот вопрос будет решен. Наша съемочная группа поговорила с сельчанами и послушала обещания акима. Местные жители не раз говорили властям о плохих дорогах в их селе. По их словам, последний раз дорогу здесь сделали еще во времена Советского Союза. И на этом все. Ни ремонта, ни нового асфальтированного дорожного полотна они не видели. Вот уже 30 лет независимости, а асфальт нам так и не проложили. Мы не можем сказать, что плохо живем. Воду провели, газ тоже, асфальта только нет. Последний раз еще во времена Союза нам делали дорогу. Так это сколько лет-то прошло? Нельзя сказать, что местные власти ничего не делают, но пока что помощь акимата ограничивается только подсыпкой песка. Немного ямы присыпят, но потом машины проезжают и опять ямы. Акимат же должен как-то решить уже этот вопрос. Аким порадовал сельчан и нашу съемочную группу, сказав, что в следующем году будет заасфальтировано 13 улиц. В следующем году в рамках программы АУЕЛ-БСГ собираемся заасфальтировать 13 улиц. ПСД уже готовы, и мы их отправили. Сегодня одна из главных проблем этого сельского округа – дороги. Однако такое же положение дел в селах имени Шакирова и Акум. В акимате района отмечают, что в следующем году в 80% населенных пунктов дороги будут приложены. Ильдар Гизатуллин, Руслан Саныбаев, Жамбыл Ньюс.